Так, здорово, пацаны, срочный выпуск, breaking news, сломанные новости. Это не основное видео, которое я бы хотел сегодня снять. Я просто хочу поделиться своими мыслями, потому что я сейчас просто офигел на самом деле. Возможно, для кого-то это будет не новость, возможно, кто-то уже знал. Но мне сейчас вот дали на монтаж файлы с камеры RED, с легендарной камеры RED, которая там снимает в RAW и всякое такое. Вот эти файлы, вот так они выглядят. И почему я офигел, почему я удивлен, это то, что Final Cut не открывает их, не читает. И я подумал, все, я не справлюсь с монтажом, не справлюсь с заказом и отправлю обратно эти файлы. Это на самом деле ужасно для меня — подставить человека, сначала пообещать ему, сказать, что смонтирую, а на самом деле не смонтирую. И это было просто, короче, ужасно. Расширение файла называется 3R3D, его никак нельзя просмотреть типа быстрым просмотром, да, вот видишь, 700 метров весит. Ни через пробел, ни через какие-либо проги, короче, ты его не откроешь. Ну и, короче, вот как-то так. Я первый раз на самом деле это делаю и рассказываю, как открыть файлы с камеры RED Final Cut. Для этого тебе понадобится скачать с официального сайта RED, ссылку я прикреплю, оставлю, специальное расширение, которое называется RED Apple Workflow Installer. Нажимаешь «Download», и у тебя скачивается вот такая штука, RED Apple Workflow Release. Кликаешь на нее два раза. Все супер просто, я офигел. Просто продолжить. Принимаешь все, устанавливаешь, много места не занимает. И после этого у тебя попросит установщик перезагрузить комп. Перезагружаешь комп, все твои файлы Final Cut начинает видеть. И это на самом деле... я не знал, но вот погуглил и теперь решил поделиться с вами вот в таком формате. Дальше, короче, когда ты уже поставил себе вот это расширение специальное и понял, какой кадр тебе хочется использовать, вот видишь, какое разрешение, 4096 на 2160 25p, у тебя вот в этом окошечке в информации появляется вот такое расширение Modify RED RAW Settings. Очень крутая вещица, я думаю, что по этой штуке нужно делать отдельное видео для тех, кто внезапно монтирует кадры с камеры RAW, хотя на самом деле, кто монтирует кадры с камеры RED, и так знает, что они, короче, монтируются. Вот смотри, что здесь происходит. Ты здесь можешь выбирать Color Space отдельно, там Dragon что-то там, какой-то гамут специальный 3, гамму можно ставить любую, если ты не хочешь запариваться, ставишь просто REC 709. И все. И дальше самое крутое, ты можешь выбирать ISO. Я почему я так удивлен? Я просто этого не знал. Я знал, что типа на камере RED там все это футажи с этой камеры вот так обрабатываются. Но чтобы это было так просто в Final Cut реализовано, я не знал. Не знаю, как в других прогах. Скажи, если вдруг сталкивался. И, короче, ты можешь здесь выбирать вот ISO. Дальше, когда ты определился с ISO, выставил себе необходимое значение ISO, ты можешь просто взять и поменять цветовую температуру без потери каких-либо деталей или чего-то еще. Я на самом деле просто обалдел. Это так, наверное, удобно. Может быть, я зря так удивляюсь, и может быть, это так и должно быть. Дальше просто нажимаешь Apply, и все, и у тебя типа готовый покрашенный футаж. Короче, это было вот такое быстрое видео с моими удивлениями. Ссылку на установочник расширения я прикреплю в описании. Скажи, что думаешь насчет такого быстрого выпуска. Я на самом деле думаю, может быть, я зря запариваюсь тут с камерами и всякое такое. Может быть, вообще мне избежать моего лица, оставить только голос, чтобы ты слушал мои какие-то быстрые советы. И я бы мог на самом деле, возможно, чаще делиться ими, делать просто захват экрана. Так что пиши в комментариях, какие темы тебе интересно по-быстрому разобрать. Я в перерывах между основным монтажом буду стараться тебе что-то показывать. Почему бы и нет. Кстати, буквально через пару дней я хочу опубликовать видео. Почти неделю я был с ребятами недавно в туре. И вот сейчас домонтировал это видео. И решил поделиться им в портфолио, добавить его. Так что, если будет интересно, глянь, через пару дней оно опубликуется. Здесь много всяких разных красот с Камчатки. Поэтому, если интересно, обязательно посмотри. Здесь и медведи, и вулканы, и всякие такие, всякие интересные моменты. Так что вот, надеюсь, ты разделил мое удивление и порадовался за меня, что я все-таки смогу смонтировать материал с этой камеры и не останусь
так сказать, должным заказчику. А это самое важное. Ну, пожалуй, на этом все. Хороших тебе кадров, быстрого монтажа. Напиши обязательно, как тебе такой формат. Норм, звук норм. Пока.